Однозначно, дорогие друзья, в первой дуэли, как это может показаться с первого взгляда, конечно, Пироговы сильны и дружны, но и Константиновы не лыком шиты. К примеру, их вице-капитан Мишаня недавно занял первое место в открытых состязаниях Санкт-Петербурга по робототехнике, а значит, он знает, какой алгоритм нужно прописать для четких и уверенных движений. Но что делать, если конкуренты немного взрослее и опытнее тебя? Тут ничего не попишешь, у них надо просто-напросто-таки учиться. Пироговы точно знают, что такое работа в едином ритме, и уверенно выходит в финал 5-го конкурса.